Эй, всем привет, друзья, с вами Крис, вы на канале Крис Плюс Плей, и у нас сегодня Puppet Blaster. Хрен знает, что это за игра, я ее также сейчас смотрю впервые, как и вы. Короче, я так понимаю, у меня вот здесь вот есть два пультика, ну это мои пультики, которые я в руках держу, есть здесь настройки. Ага, подожди, что он делает? У него, это какой-то чувачок, да? У него, я на него посмотреть не могу, он стесняется, он ебало отворачивает, он не показывает свою голову, видишь? Или подожди, вот, что-то там есть, да? Вот, два моих пульта, два его пестика. Значит, здесь надо settings difficulty medium walk control. Не, давай на easy, потому что пиздец как сложно. Здесь реально сложно. Я, конечно, понимаю. Очень, сука, сложно им управлять. Очень сложно. Главное, что была бы передо мной бы вот так карта. Я понимаю, я стою в середине карты. Мне приходится самому так вот нахуй крутиться, как он. Хуй поймешь, куда и что делать. Выбери дверь. Пойдем сюда. Туда мы уже ходили, пойдем сюда. Ну вот. Сейчас да, хуяри по ним. Вот сюда. Блять, с другой стороны вышли. Пацаны, с другой стороны вышли. Надо подключать второй бластер. Второй бластер подключаем, ребят. Сука. Как это сложно. Какой это пиздец. Это очень, блять, сложно. Просто наугад хуярим, да? Наугад, блять, пиздуем. Давай. Давай. Повыше. Повыше, блять. Ну, заходим. Вот так. Здесь хуй попадешь, хуй попадешь, просто можно случайно попасть. Просто двоих, да, высек. Нахуй, троих высек, заебись. Ну и чё, блядь, и где? Где вообще я сам, я не понимаю. Где-то нормально, да? Я где-то здесь стою. На. Так, сюда, отходим подальше. Куда идем? Идем туда. Пошли. Или пиздец, подожди, я здесь был. Я здесь был, я сюда пришел. Да? Я сюда пришел. Да ну куда? Ворота открыты, это нам туда. Ну и пошли. Чё ты? Бежит такой, прям хуярит, да? Он бежит такой, как пью-пью-пью, ебана. Ну давай. И чё, отсюда нас здесь ждёт жопа. Где они? А, они войдут отсюда, да? Давай сразу встретим. Эту хуйню прыгающую, давай мочи нахуй сразу. Бандошил её. И давай подойти. Повыше подними, блядь. Оп, твою мать, вы-то откуда взялись? Так, ну давай подойти к Гандоне, прыгающий. Сука, в жопу себе не стреляй, блядь. Ёб твою мать. Сука, ну пиздец. Это очень сложная игра, я не понимаю, как здесь вообще можно ее пройти. Куда-либо. Я поставил на легкий уровень. Легкий, мать его. Ой, сука, player control beam. Что такое? Давай без него, наверное, легче. Show control in game. Надо вот себя воспринимать как эту марионетку, как будто ты это сам. Представляешь, вот так вот надо хуярить, чтобы не попадать. Ну давай попробуем. Мне, сука, плечи откажут через, наверное, минуту. Надо вот так вот хуярить. Представляешь? Ты просто представь на это. Типа, я вот такой идея. Ну пошли. Встречаем этих гандон, давай. Блять, он с другой стороны. Сука. Он меня попал. Блять! Гандон со своей палкой, хуялкой. Иди нахуй. Блять, как это неудобно. Какой это пиздец, ну, честно, я тебе отвечаю. Я тебе отвечаю. Очень непростая игра. Все, угандошил нахуй. Я даже не понимаю, как мне легче, когда снизу целишься, сверху целишься. Хуй пойми как. Либо вот так вообще. Вот у меня два песни моих. И так надо хуярить. Я не понимаю, наверное, вот так. Да, как-то. Ну, пиздец, это просто пиздец. Это вообще. Так, когда мы были, давай идем сюда. У меня всего лишь два сердца. И больше нету никуда. Давай иди. Где он? А, вот здесь. Так, сразу встречаем, пидорас. Блядь, да почему ты там появился? Чё нахуй рассыпался? Оба. А вот так вот начинаешь, придрочившись, ты уже начинаешь как-то, ну, уже как-то начинает получаться, да? Все лучше, вот обрати внимание. Ну, это как, я не знаю, как на механике ездить в первый раз. Ты вообще не понимаешь, что, как, куда нажимать. Так, чисто наугад жмешь, и вроде получается. Ну, короче, да, ага, хорошо.
Больше никого нет? А, блядь, ты откуда взялся? Ты откуда взялся? Там нет входа, дурень! Дурень, ты откуда взялся-то? Ну вот, Puppet Show. Бластер Puppet Show игра называется, между прочим. Я забыл сказать, наверное, да? Где я? Где я? Ёб твою мать! Хуярим! Пиздец! Ты чё, охуел? Какие нахуй ракеты, дурак? Ты дурак, что ли, блядь? Блядь, пулемет! Ебанутый! Ты ебанутый, блядь, что ли? Так нельзя же, это же не по-человечески. Пиздец! Ну, я охуеваю, ты видел сам все? Пиздец! Ладно, попробуй еще раз, последний. Но это не честно, это не честно. Это легкий уровень, почему такой, сука, сложный? Я к нему дошел, у меня нет ни прыжка, нет ни хуя. У моего игрока просто нету ни хуя. Пик и до, ну да, это... Он вообще нет нихуя. Просто ебануться. Ну пойдем еще раз. Бежал такой. На нахуй. Сейчас сразу поливаем. Пиздец, она с другой стороны, да? А, они просто перелезают через эту хуйню. Ну ты же охуел такой живучий-то, блядь, я в тебя попал уже 6 тысяч раз. А, понятно, в башку надо попадать, тогда они погибают. Все ясно. Подожди, а что будет? Может это какие-то секреты чего здесь, нет? Как вы схуярите себе? Может какой-то супербастер дадут, нет? Не, нихуя. Секреток нету. А если вот это кладбище? Ебануть. Тоже никуда не дадут. Тоже никуда не дадут. Бля, сука, дай мне какой-нибудь супер крутой бластер. Это было бы охуительно. Дай ключи. Бежим дальше. Давай, нам еще принцессу спасать. Лазер такой хуярит на него. Сразу плеваем. Это не зайдут? А мы сразу встречаем. Да блять, мать твою, вы наебали меня опять, да? Сразу в башку, на, хедшот. Хедшоты, хуярим. Только... Давай, бам-бам-бам. Да дайте вам не секреточку, ну ёпта, ребята. Даже нечестно. Зачем они здесь нужны, эти кактусы, если вы даете секреточки? Никакого супер оружия, вообще никакой нет. Ну-ка, а это сюда? Давай. Почему у меня левая? А, левая рука опускается. С трудом опускается. Ну, уже видишь, как на легком уровне я уже смог куда-то подойти. Давай. Вот этого гандона сразу поверим. Ты, блядь, охуел. Что, на жопу посадил его. Ты видел, как красиво посадил его на жопу. А жизни у меня всего 4 жизни. Всего, сука, 4 жизни. И больше их нет. Сейчас будет босс. Да? Давай, босяра. Я тебя жду, я отвечаю. Давай, гандон. Ну? Еще один пуль. Блять! Я ждал босса, ребят. Я ждал босса. А пришла эта хуйта. Пришла эта хуйта. Давай, где босс? Ну? Ну давай, босса, где ты, мать? Ладно, пойдем. А я не знаю, нам сюда вообще. Мы здесь были. Видишь, мы прошли. Вот так вот прошли. Раз, два, три, четыре. И дальше куда? А дальше куда? Куда? Ну пойдем, брат. Пойдем. Наверное, мы туда пришли, я не знаю. Посмотрим в другое место. Ну это же не честно, это не балово. Я не той дорогой пошел, видимо, да? Там еще одна дорога была. Там посмотрим. Вот туда, да? Ну пойдем туда. Странно. Ну куда тогда делать сюда дорогу? Если босса не было. Где я? Алло. Так я же отсюда пришел. Или нет? А, не, нихуя, пиздец. Посмотри, как много, да, там уровней. Ёпы мать, это говно прыгающее. Его. Ну-ка, нахуй въебал ему. Ну засади ты ему въебало, блядь! Чё ты с ним сводишься? Сука. Возится и возится с ним, да?
Блять, ну неудобно, нихуя! Это не управление, это какая-то хуета. Сука, заткнись ты от меня, нахуй, прыгающий говно. Я так и знал, тебя надо высекать первую. Первую тебя надо высекать, ебанутый ты, сука, гандунич. Лизун, сука. Лизун, сосун, гандун. Пойдем, брат, пойдем туда. У меня жизни просто не осталось, слишком мало жизни. Сколько? 2,5 жизни. Блять. Так же, сука, неудобно. Так неудобно. Все через жопу здесь сделано в это управление. О, хорошо, на жопу садит. Так быстро. Он даже выстрелить не успел. Прям в тело. Все нахуярило ему. Целое дело. Плазма. Такая. Это не какое-то порное выражение. Это целое. Целое тело плазмы. Плазмы, которая разрывает его нахуй куски. Так. О-о-о! Это гандон. На тебе в рот, камшаты. Нахуй. Отъебись. Да отъебись ты, блядь. Пиздец, меня так быстро убил. Ну это хуйня какая-то. Я не могу этого босса убить. Я не могу его. Это невозможно. Я не возможно. Это... Сука, ладно, я еще раз попробую. Зебал. Ну-ка, хорошо, давай. Так. Где этот ебаный босс? Пойдем сюда. В прошлый раз мы сюда пришли, и он был здесь, этот босяра. Давай сразу сюда и пойдем. Ёбнутое управление. Ты к нему хоть привыкай, хоть не привыкай, ты не привыкнешь к нему. Давай, босс, где ты? Ну, сука, прям в отпуск стрел. Ну нормально, хорошо. Хорошо, блядь, на всех присутствие, на нахуй. Я не хочу туда идти. Давайте, босс. Здесь был босс, пожалуйста. Давайте, босс. Они наебали. Они не хотят босса, видишь? Они не хотят. Ну, пойдем. Всего 5 жизней, всего 5. Как от этих ракет избавляться? По ним стрелять, что ли? Что с ними делать? Непонятно, нихуя. Новый костюм. А можно его подключить? Ну да. Тут станешь таким, знаешь, как это называется, когда человек может двумя руками одинаково владеть. Таким вот ты и станешь здесь. Потому что надо и сразу и левый цель, и правый, хуярь. Так, это говно подпрыгивающее, надо сразу нахуй высекать. Потому что он реально в этот раз опасный. Ну давай башку ему нахуй. Ну правильно, это гниль. Нахуй, хорошо, подстреливаем, все, двигайся. Ааа, да охуел! Он меня сзади подчикал, ты видел? Он меня подчикал сзади. Ну давай, на нахуй. Пиздец, я думал, хоть что-нибудь здесь можно взять, но не ничего не взять, никакого оружия не дают, ничего есть, нет, просто живи как хочешь, выживай как нравится, а всем насрать. Ну давай, давай. Босс уровень, а, вот босс. Да блять, как от них уворачиваться? Как от них, сука, уворачиваться? Это пиздец, это невозможно от них уворачиваться. Надо их подрывать. Ёб твою мать. Куда ты полетел-то, долбоёб? Их надо как-то подрывать около него. Ну это пиздец. Это... Надо... Подожди. Их нельзя взрывать. Они взрывают, когда он рядом. Во-во. Блин, какой я косой, я заебал. Какой я, сука, косой. У меня половинка жизни осталась. Давай, прыгай сюда. Не, нихуя. Надо его как-то подманивать ракетами. Пиздец. Я не знаю, как это поворачиваться. Видимо, надо как-то... Как-то надо, хуй пойми как, рядом с ним стоять, сразу их взрывать. Ну да, видимо, надо к нему подбегать. Рядом с ним, чтобы они взрывались, а потом взрывать их. Ну ладно, попробуем. Все нормально, красиво, быстро. Раз, два, три, четыре, бежим. Прямо идем, прямо. Захуяриваем сюда. Сука. Идут, пидорасы.
Блять, мать твою. Они неправильно идут. Неправильно идут. Понимаешь? Так, ну-ка. Нахуй, отходим. Ну давай, блядь, разъеби его нахуй. Стоит, блин, дятел. Этот меня полудурок. Ну давай ты, блядь, беги, ты в жопу засунул свой этот бластер, ебастер. Башку ему ебани. Во, блядь. Эту хуйню. Это все, какая она писячая. На, нахуй, взорвал ему куски. Где вообще стою? Так, мне... Все двери открыты, да? Хуй знает, куда эти двери идут. Пойдем направо. Ебанутое оружие. Тут оно посерьезнее. Это какие-то куколки. Это эти куколки, они просто бесполезные. Да иди ты нахуй! Все нахуй, заебался. Блять, еще эта хуйня осталась. Да иди ты нахуй, ты заебала меня, блядь, прыгай на меня. Прыгай на себя, ебанутая. Да ёлочи, тварь, да? У меня осталось 4 штука жизни. Благодаря ним. Этой хуйне. Ней, эй. Сразу, блядь, хэдшот. Видел, как захэдшот его нахуй. Все, я уже научился сейчас познавать всем. Это тупые уровни. Нет, не я. Че, блядь, не вижу, да? Заебись. В этом... А, блядь, еще остался один. Гандон. Ну-ка. Сейчас будет что-то. Как голову тебе хэдшот, смотри. Ну, понимай, руку-то, ёптуна. Вот чё. Красиво, да? Красиво. Все двери для меня открыты, если ты убьёшь человека. Все как в жизни. Сразу разбогатеешь, женщина появится, деньги. Ну-ка, и босс. Так, босс он вам сейчас. Супер. Эти пидорасы. На, сначала этих посекаем. Ну ты заебал, иди же нахуй. Сейчас он появится, да? Босяк. Давай, босс, появляйся. Я тебя сейчас встречу. Ну и чё, идём. А где босс? Да, здоровье меня, конечно, не здесь. Я просто не иду сюда вообще. Нахуй сюда пришёл. Пришёл туда, куда нахуй не надо. С минимум здоровья. Я не знаю, как этого босса проходить. Просто не понимаю. Ты его пройдёшь. Тем количеством здоровья, которое у меня есть, полторы жизни, полтора сердца. Это нереально. Пойдем сюда. Вот направо пошел и нихуя не нашел. Направо больше не ходи. Понимаешь, это тебе. Вот. Вот эти ворота ебаные. Сейчас мне здесь нахуярят. Да? Идут лобаю. А, еще один тут. Давай, хэдшот, нахуй, нахуй. Всех захэдшотил, всех угандошил. Самое тупое, что здесь не дается здоровье, а вообще. Мне как дается, только очень редко. Ну и все, пиздец. И хули делать? Я не понимаю, что с ним делать. Короче, пиздец, хуй с ним. Это ебанутая игра, не могу ее пройти. Если кто-нибудь сможет пройти, пишите комментарии, я посмотрю ваши видосы, как вы прошли. Я не понимаю, как это можно с этим ее управлением, с этим оружием нахуярить, потому что он не бегает быстро, не ускоряется, не прыгает, нихуя не делает. Вот такие вот дела. Ладно, друзья мои, подписывайтесь на канал, пишите колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на паблики. Все ссылочки будут в описании под видео. Все, друзья мои, всем пока.